65-летие празднует городообразующее предприятие нашего города – Берский электромеханический завод. Это одно из крупнейших предприятий оборонного комплекса Новосибирской области и России. Сегодня БЭМС – это перспективная производственная площадка. Круглую дату заводчане отпраздновали сегодня во Дворце культуры Родина. Я уверен, что тот задел, те компетенции, которые были созданы многими поколениями бэмсовцев, сегодня является той площадкой, с которой мы стартуем в абсолютно новом направлении, в гражданском авиастроении, для решения той задачи, которая была поставлена акционерам, поддержания летной годности воздушного флота западного производства. Подробный репортаж о праздновании 65-летнего юбилея БЭМЗа смотрите в понедельник, 30 сентября, в программе «Новости Берска».